чудо пришло упаковано просто бесподобно. Наконец-таки! И она мне досталась за 145 рублей. Понимаете, я просто вот их ухватила. Это небо и земля. Та-да-да-да-да-дам! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои. Сегодня я хочу поделиться со всеми своими супер-мега-пупер покупочками, которые приобрела я в последнее время. Итак, первое, с чего я хочу начать, это с таких вот своих беспроводных наушников. Надо пленочки уже поснимать. Все, пользуюсь. Одни беленькие, одни черненькие. Разной модели, одной фирмы, разные модели. Про них расскажу. И еще расскажу про свой чудо-чудо пылесос, та-дам, который вот такой вот легенький, супер-пуперский. О нем мы поговорим чуть дольше, потому что есть что о нем рассказать. Это мои супер классные такие находочки, прям я порадовалась. Так, первое о наушниках, потому что о них коротко и ясно. Я очень довольна этим приобретением, я взяла себе две модели, это фирма Studio, вот такие. Изначально я взяла белые, потому что думала, белые мне будут подходить там под все, они вот такие вот интересненькие. На магнитике. Значит, здесь у нас нет никаких индикаторов. Очень просто подключаются к телефону. Я их меняю вот так вообще под образ, под разный, под черное-черное одеваю, под белое-белое. Просто втыкаю вот так вот сюда ушко. Эти смотрятся вот так вот. Все, он мне уже говорит, девайс connected, да, можно слушать музыку, в два уха смотреть фильмы, а можно просто разговаривать. У них очень классный микрофон, все прекрасно слышно, все замечательно и очень надолго хватает заряда. В общем, у меня вот такие беленькие. Вторая моделька мне очень понравилась, я их взяла просто как, знаете, как ну просто черные, и эта модель мне еще больше нравится, они выглядят вот так вот. Тоже такие. Качество просто превосходное, девчонки. У них другая немного модель, и, честно говоря, для моего уха вот эта модель подходит больше. Вот, и он тоже говорит мне, все, я подключился. То есть сейчас будут звонить, мне уже будут звонить на это ухо, у меня они оба подключены. Ну, в общем, я этими наушниками очень довольна. В первую очередь, это то, что хороший микрофон, потому что всегда жаловались, что меня плохо слышно. Я в них слышу превосходно, звучание отличное. Также здесь у нас есть индикаторы, и здесь видно, сколько осталось заряда. Я их заряжала, девочки, наверное, блин, 3 недели назад. 3 или 2 недели назад. У меня еще здесь одно деление есть, и я еще могу разговаривать. Здесь у нас сенсор, я с сенсора беру телефон просто, да, там. А здесь кнопочка у нас идет, здесь кнопочку нажимаю. Эти чуть-чуть как бы вроде бы побольше, да, но в ухо они мне так прям залазили хорошо, прям как литые, да. А эти чуть-чуть поменьше, но здесь есть насадки еще разные, то есть в комплекте шли по 3. Сменные вот эти вот насадочки, вот эти вот, вот, поэтому можно поменять побольше, поменьше, кому что подходит, вот. Ссылку на эти наушники оставлю под видео. Все очень приятное, мягкое, пришло упаковано просто бесподобно, то есть такое ощущение, что я что-то нереально открывала, и как бы цена-качество, оно реально все того стоит, очень круто, вот, 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 вот. Это мне нравится, и это я прям рекомендую 100%. В комплект у них также входит USB-зарядка. Здесь вот она заряжается. Здесь вот здесь. Итак, следующее мы перейдем к моему новому пылесосу. Все, от всех старых пылесосов я избавилась и раздарила, подарила, потому что у меня появился супер-мега-крутой пылесос, который беспроводной, наконец-таки. А мало того, что он беспроводной, как это удобно, здесь заряд на очень многое хватает, правда. Во-первых, он легенький, очень легкий. Здесь у нас входит, ну, вот такой контейнер, да, для сбора мусора, который очень легко, я же им пользуюсь каждый день, чуть что крошки, я его сразу хватаю, и это очень удобно. Раньше веником мела. А здесь одной кнопочкой мы вытряхиваем мусор, который здесь. Здесь очень удобно, что есть индикатор, сколько заряда. То есть я поставлю его на зарядку, и будет видно, сколько процентов у меня здесь осталось. Работать он может в 3 режимах. Это эко, хватает заряда на 90 минут. Если брать средний, middle, да, средний работает на 30 минут. И если взять турбо, то он будет работать 10 минут. Пылесос этот оснащен очень мощным, новейшим мотором Dream, который работает 125 тысяч оборотов в минуту, и он всасывает даже самые мельчайшие частички, там доходит до 0,3, что-то такое.
вакуумное всасывание. В общем, девочки, я когда его только включила, честно говоря, мне кажется, за всю жизнь мою не было такого пылесоса, который втягивает, ну, просто все, его аккуратно надо использовать. Он реально очень-очень мощный, и это мне очень и очень нравится. Также здесь есть кнопочка, кнопочкой можно регулировать, то есть, например, мы нажимаем кнопочку, он пылесосит, отжимаем, не пылесосит. Также можно поставить, как бы нажали, блокировку поставили и все, то есть спокойно вожу, да, когда нужно, раз, отжала и выключила. Ну, короче, по-разному кнопка работает, можно все это здесь регулировать. Здесь есть разные языки, английский, испанский, русский, все на русском языке, это замечательно. Также здесь есть насадки, как можно хранить. Я сейчас просто его нигде не вешаю. Смотрите, какая штука. Это вот такая вот штука. Я уже просто повесила насадки. Вот такая вот штучка, которая крепится к стене. Да, и я его потом буду вот так вот раз. И он будет висеть у меня. Мы уже примерно знаем, где место там будет. И здесь также, чтобы не терять вот эти все насадки, здесь входят еще три насадки. Причем одни из них два в одном. Вот, мы можем их сюда вот крепить. Вот так вот раз. Два и три. Ой, не так. Так, три. И все, и сюда вставляется. И вот так оно хранится, ничего нигде не теряется. Здесь есть насадки, блин, куча всего просто насадок. От клещей, для углов. Здесь есть насадочка вот такая, например, два в одном. Да? Вот так вот. Вот так вот. Вот. Вторая насадочка тоже два в одном с щеточкой. И... вот так опускается без щеточки. Вот такая вот насадочка еще. Здесь вот такая вот щеточка крутится. Ну, в общем, насадок море. Реально мощный, классный пылесос. Мне он вообще зашел. А, еще вот такой переходник тут есть. Это что-то, если гибкое, где-то наверху. Это переходник. Короче, круто. Я вообще довольна этим пылесосом как никогда. И сейчас его, кстати, можно купить со скидкой еще. То есть его цена определенная. Я под видео напишу информацию, там, в долларах цены. Вот. И сейчас можно его купить с хорошей очень скидкой. Так что, кто хотел давно пылесос себе такой, я прям рекомендую, потому что я прям довольна. Девочки, вот таким вот изящным способом я просто беру и нажимаю кнопочку. И видите, как всасывает? Всасывает. Аж даже всасывает коврик мой. Работает очень тихо, то есть вы меня слышите. Я могу пылесосить даже ночью. Я в основном пылесосю именно на эко-режиме. Меня вполне устраивает, зарядки надолго хватает, и все прекрасно всасывается. Так, дальше что могу сказать? Что еще приобрела я? Так, приобрела. Дальше пойдут вещи у нас уже. Еще один гаджет, но это я не приобрела, это я маме взяла телефон, вот, а ей в подарок дали вот такие часы. А это фитнес-часы. А мама говорит, а я же ж не фитнес, это ж фитнес не про меня. И отдала мне эти часики. В общем, я не знаю, они такие классненькие, вот, я думаю, что это мне нужно будет разобраться с ними, да, Honor часики, и буду считать свои шаги, очень аккуратненько смотрятся на ручке, такие розовенькие, по-моему, можно менять еще всякие вот такие браслетики, в общем, вот такие часы появились. Я, честно говоря, еще не разбираюсь, тут USB входит. Это что у нас по гаджетам? Также я вам еще не говорила, в Икее я купила вот такой стульчик, очень классный, он недорого 300 с чем-то стоит, он классный тем, что он такой компактненький, смотрите, раз-раз, и Денька сидит на входе у меня там, и одевается сандалики, мы когда собираемся куда-то, да, прям best the best. Вот что хранить его можно вот так, раз засунул, убрал куда-то, это очень удобно и классно, так что... тоже рекомендос. Теперь пройдемся по шмоточкам, девочки. А, по шмоточкам. Давайте занавесочки покажу, да? Может быть, где-то во влоге вы видели, да? Я купила, а может, не видели, я не помню. Может, я не показывала. Нашла в Леруа Мерлен вот такие вот занавески. Цвет очень красивый, он молочный. И мне кажется, он классно сюда в мою квартиру будет. Я сниму сначала один. Здесь у нас что у нас? 2 ширина, 2,80 длина. Мне очень подходит длина 2,80.
на всех моих потолках. Потому что в IKEA 3 это нужно однозначно подшивать. А 2,80 оно как бы немножко свисает, но очень даже так, что мне нравится, что свисает. Так что мы с вами здесь одну занавесочку, может быть, привесим, и я покажу, как она будет смотреться. Мне интересно, как она будет свисать, потому что она немного какая-то бархатистая такая, знаете. Я немножко не пойму. Мягкая такая чутка. Стоит 1600 одна такая. Я купила две, возможно, мне еще понадобится. Ну, посмотрим. Оно прям, знаете, как велюр или что, бархат. Да, что-то такое. Вот. Ну и здесь вот как бы все варианты крепежей, да. Все сделаем, повесим. Мне кажется, что этот цвет заиграет мою спальню новыми красками. Здесь покажу вам. Девочки, повесила занавески. Скорее всего, я их поменяю. Все в них хорошо, все замечательно, длина хорошая. И даже ничего страшного, что они просвечивают вот так, да. Они просто дают теплый отлив. А мне в комнате теплый отлив не нужен, потому что я здесь снимаю. Мне нужен холодный оттенок. Самое интересное, что они сами по себе не холодного цвета. Смотрите на свет. Они прям беленькие были. А вот при пропускании света, причем солнце не светит, да, они становятся желтые. Поэтому я их, наверное, поменяю. Буду искать серые больше. Дальше. У меня на самом деле вообще... Я обувь наконец-таки нашла. Здесь я уже примерю, покажу, как она смотрится. Давайте потихоньку, по чуть-чутке, да. Сейчас везде распродажи на самом деле. И очень круто, что можно много всего купить. А, зашла в Мармалата и взяла себе вот такую цепочку для очков. Это просто стандартненькая вот такая вот цепочка. Стоит она 290 рублей. Но у меня, оказывается, были бонусы, и она мне досталась за 145 рублей. Так я в Мармалата, мне кажется, уже так давно не была. Ну вот, для очков, мне кажется, будет красиво, смотрите, такие, просто тоненькая, да, цепочка. Мне кажется, очень круто. Так, в Мармалата цепочка. Это класс. Единственное, что очки я одни свои забыла. Но я должна их забрать, и тогда все будет зашибись. Дальше, Сенсей. Классный магазин, кстати. Я приобрела себе... Со скидкой, да? Или без скидки? Нет, со скидкой. Короче, 499 рублей стоят. Размер L-ка, девочки. Вот такие брюки. Такие спортивные. Мне понравился, естественно, цвет. Просто классные. Во-первых, они легкие. В них сейчас отлично ходить. Они прям реально тонкие. Мне кажется, в две нитки они сделаны. В две, а может даже в одну. Не, в две нитки. Но они прям легенькие. Там были еще с надписью... Хук или хак, что-то такое, да? Но они вот уже помассивнее смотрелись и казались на вид даже потеплее. Вот, и я взяла вот эти. Слушайте, Элька реально очень круто сидит на мне. Офигенная длина. Все супер. Короче, взяла такие вот штаники. Сейчас посмотрите, как они на мне смотрятся. Вещах вот так вот. А, зашла в Тезенис. Тезенис. 50% скидки. Я взяла пижамные штаны. Я не пойму, что они тут считали. Они же по 1000 рублей. Нет, не по 1000, по 399 рублей. Офигеть. Девочки, по 399 рублей. Обалденные штаны. Я взяла размер М, потому что там не было на самом деле S, но я думаю, что я все равно купила бы М. Вот такие легенькие черные штаны. Вот здесь написано Тезенис. На тоненькой резиночке. Они легкие, хлопковые, прям тонюшки. Тонюсенькие прям, да? И здесь вот такой манжетик, широкий, что классно. И так они мне понравились, как они сидят, что я взяла еще и голубенькие, тоже размер М, да? Д? М? М. Вот, смотрите, тоже с такой вот. Это штаны, про которые я говорила, что Татьяна купила себе голубенькие, да? Но она говорит, что будет в них так ходить по улице. Ну, не знаю, мне кажется, они немного такие все-таки домашние. Я брала для дома. Но, в принципе, знаете, теоретически они очень неплохо сидят. Просто мне напоминает эту резинку от трусов, знаете, вот так вот. Напишите, кто бы ходил в таких на улицу, кто бы вышел. Вообще они смотрятся неплохо. Сейчас я надену, а зацените.
Так, вышли они очень недорого, это круто. Дальше поехали. Страдивариус Резерв. Давайте со Страдивариуса начнем. Страдивариус я взяла, девочки, за 999 рублей. Офигенная скидка себе. Мамфиты. Мне они очень нравятся. В Страдивариусе я как-то брала. Они мне реально нравятся. Но я брала 38 размера. А мой размер как бы 36 на минуточку. Сейчас. Я просто тогда поправилась нормальненько. Короче, вот они со скидкой. Они стоили 1799. И те мамфиты, которые мне нравятся, я их тоже брала за 1799. Сейчас те джинсы, которые стоили 1799, сейчас они стоят 2799. Те же самые джинсы, на минутку. Вот, мамфиты вообще на распродажах не найдешь. Их почему-то так разбирают, что, ну, то есть слимов полно там. Хотя мамфит слим тоже прикольные. Тоже прикольные, я оценила. Вот, но не было. Эти не слимы, это просто мамфиты. И были еще там за 1790 без скидки. Тоже черные, но они слимы были. Слушайте, разницы особо, честно говоря, я не ощутила. Ну, только то, что ткань немного тянется. А так они офигенно классно сидят. И те, я думаю, зачем переплачивать. Причем эти были еще чернее. Те немного подсеренные такие были, да. Ну, черные, но с какими-то серыми потертостями. Но сильно не различишь, да. Ну, короче, я взяла. А, еще они были здесь на змейке. А эти на пуговичках. Короче, я взяла вот эти мамфиты черные. Я думаю, что это универсальные. Здесь мне понравилось, что вот это вот задник еще тоже черненький, потому что во многих таких масс-маркетах, да, бюджетных, у них, короче, какая-то некрасивая фигня вот эта вот сзади. И то, что здесь черное, мне очень понравилось. Короче, со скидкой за 1000 взяла мамфиты, это вообще очень круто. А сколько образов я могу с ними сделать? Ого-гошеньки! И там еще очень много было, кстати, кому надо... Заглядывайте. Так, ну и брючки, которые я искала, штаники, как у Танюхи моей, Танюшки. 999 рублей, взяла размер 36. Девочки, сразу могу сказать, что таких нету. Мы поехали сначала в Горизонт. В Горизонте были они... 34 размера. Ну, естественно, 34 размер, он прям мне в обтяжку был, когда это, видите, свободненькие легкие брючки. Их как бы М-ка, Л-ка они должны быть, я не знаю. Либо если С-ка, то они должны все равно быть свободными. Но я одела С-ку, и они, короче, меня все облепили. Я говорю, нет, это не то. У Татьяны, кстати, тоже М-ка она взяла. Вот. 36 написано. 36, евро 36, УК 8. Вот так вот. Размер, да, чтобы понятнее было. Но мне кажется, это М-ка, да? Вот, короче, 34-й мне был маленький, а этот 36-й, так там один был 34-й. А когда мы поехали в Мегу, там был один 36-й, понимаете? Я просто вот их ухватила, я уже проверила, что брака ничего нигде не было, но почему они одни висят, понимаете? 36-й ходовой размер, когда нигде нет. Все цело, все прекрасно, я довольна, реально... Брюки просто, лето, каждый день, ну кайф, я довольна, посмотрите, такие под джинсу, но при этом легкие, обалденные, мой стиль 100%. Ну и подойдем, конечно же, к обуви. Обувь это мое вообще просто, кто-то видел во влоге уже. Я покупала их в рандеву. Это фирма H. Я же их еще не одевала сегодня, потому что дождь был. Стоили они 14 590. Со скидкой они мне обошлись 9 920 рублей. Это немного не та сумма, на которую я рассчитывала. Я рассчитывала, честно говоря, там, ну, может, ну, где-то на 5. Знаете почему? Потому что я такое не носила еще, и я не уверена была, понравится мне, подойдут ли мне, и как вообще мои ноги будут смотреться. Потому что у меня худые ноги, да, и мне что-то на платформе. Давайте я для начала покажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот такая вот обувь.
То есть я хотела что-то массивненькое. Вообще я хотела какие-то кожаные сандали, знаете, типа мартинцев моих, прям черные такие. Но я посмотрела, что на моих ногах грубо смотрится все это дело. Потом я начала выбирать уже вот что-то такое, да? То есть полуспорт, полупод платье, чтобы подходило, и вот это вот все дело. Искала, искала, девочки, везде, во всех магазинах, где представлены были что-то подобное, все разобрали, нет вообще никаких размеров. Вот я зашла в Зару, что-то было похоже, конечно, с Зарой не сравнится. То есть если сравнивать вот эту модель, конечно, и Заровскую, ну это небо и земля, понятное дело. Вот, но смотрятся эти намного круче. Ну и стоят они, получается, больше, чем в два раза дороже. И я рассчитывала где-то на 5, ну может быть 6 там тысяч, да. Даже нет, вот 5 было бы не жалко, если бы они мне не подошли. То есть я бы поносила, поняла, что мне неудобно, некомфортно, и в итоге лежали бы. Ну 5 не жалко. Поэтому я не хотела дорогие брать. Я потом бы взяла подороже что-нибудь. Вот. А изначально, когда я не знаю, подойдет мне эта обувь или нет, я, короче, не люблю подороже брать. Но в итоге ничего нигде не было, и мне пришлось взять подороже, потому что их разбирают как горячие пирожки, вот эти все модели. И так мне продавцы там, что я в один магазин сначала пошла, мне девушка их предложила, я померила, но она мне давала 38 размер. 38 мне, конечно, не сел вообще. Я говорю, нет-нет, они как-то свободно мне сидят. А потом поехала в Горизонт, и там тоже я говорю, вот я что-то такое хочу, мне предложили их. Я говорю, ну блин, я их мерила, что-то не то, ну давайте еще раз померю. Она говорит, ваш размер 37. Она мне их дает, и 37, конечно, как литой. Сел. Ну, в общем, я немного смущалась именно по поводу цены, потому что не уверена была, эта модель вообще мое, не мое. Но в итоге я их взяла, потому что 30 дней у них обмен-возврат. Вот. Но когда пришла домой, одела их, надела, показала маме под платье, под которое ничего не подходит, они подошли, она говорит, да замечательно, они подо все подойдут, мама говорит, офигенные, они подо все подойдут, замечательно смотрятся, все тебе идет под твои ноги, но если мама сказала, что идет, то вообще зашибись. Но сейчас я смотрю, не такая уж и прям большая платформа, у меня есть кроссовки на такой большой платформе, я мерила и побольше, там в Бершке вообще, там вот такие платформы были, девочки, в 3 раза больше платформа была. Мне еще в Инстаграме их выставила, мне говорят, я пишу, нравится, они мне... Нравится там, 59% нравится. Я бы такое в жизни не одела никогда. Короче, все, теперь получается. Ну, смотрите, классно, да? Одела вот эти вот, одела вот эти. Но они подо все, темную маечку какую-то. И вот эти вот розовые акценты, они классные, прям акценты, да? Потому что если вот так одеваешь, цвет здесь универсальный, он такой немного переливается, такой хаки, знаете, немножко желтенький, немножко розовенький. А так в целом темные, да? И подошва белая. То есть можно под белое, под черное, под цветное. И если их вот так вот одеваешь, то как бы не видны эти розовые акценты, да? А вот раз и сзади акцентики такие. Прикольно, я в итоге довольна очень. И возвращать их не собираюсь. Я думаю, что они реально стоят своих денег. Тем более фирма H, да, это старая уже такая, довольно-таки, ну не старая, относительно, конечно же, да, с 2000 года, по-моему, итальянская марка. И они такие очень быстро себя зарекомендовали на рынке. По-моему, они первые придумали сникерсы, вот эти вот... кроссовки на подъеме, да, там кеды на подъеме, на танкетке. И они быстро ворвались вот в этот вот модный круг. И у них, кстати, чем хорошо, что реально они такие, ну, как бы модные, зарекомендованная фирма, они в тренде всегда. И у них еще доступная цена. Ну, относительно других брендов, это реально цена достаточно себе доступная. Вот. И обувь качественная. Поэтому я полностью довольна. Сейчас покажу, как смотрится. Так, вот они немного сблизи. Еще хотела сказать, что здесь они на липучках. И помимо липучек здесь еще магнитики. То есть они примагничиваются немножко. Я вот так ощущаю. И можно регулировать немного по ноге. Да? По толщине ноги. Это тоже очень удобно. Вот. Эти подушечки мягкие. Очень удобно тоже. Вот. Можно чуть-чуть их регулировать выше-ниже. Но они не снимаются, по-моему. Или снимаются. Ой, девочки, представляете, они снимаются. Вот здесь они отстегиваются. И если что, все вот это снимается и все. Но мне нравится с ними, классно. Не буду их снимать. Вот такие вот они, короче. Классные. Для начала я вам покажу, как они смотрятся под платье, под которое сложно подобрать обувь для меня.
сейчас будет просто идеальное сочетание. А еще у них анатомически правильная стелька, вот, и в них реально очень-очень удобно, и ноге, и я думаю, что это и полезно. И еще чем рандеву мне приглянулись, на официальном сайте, кстати, H, можно взять их на 500 рублей дешевле. Но чем мне они приглянулись, что я не стала, там, знаете, экономить 500 рублей, тем, что в рандеву она сказала, что в течение 3 лет они предоставляют вообще какие-то услуги бесплатно. Что-то подклеить, что-то заменить, поменять. Ну, это очень круто, на самом деле. Не надо никуда бежать искать, они знают, что как, да. И целых 3 года, ну, перечень, прям вот такой список услуг, что они там могут сделать бесплатно. Мне кажется, это очень круто. Поэтому на них и остановилась, и именно в рандеву. Все, мои хорошие, вот такие вот покупочки были за последнее время. Пишите, что думаете по поводу этого, что вам понравилось, что бы хотели приобрести себе. Вот, ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Люблю вас, целую. Все полезные ссылки под видео. Пылесос, наушники обязательно будут. И пока-пока. Люблю вас.